Добрый день. Меня зовут Александр. Сегодня я буду рассказывать о том, почему нужно внедрять маскировку номера, что это такое, как это может быть полезно для бизнеса. Пожалуйста, напишите, в чат, все ли слышно, все ли видно. Есть ли картинка, есть ли звук. Арина, добрый день. Алла, здравствуйте. Замечательно. Тогда сейчас буквально одну секунду. Подготавливаю также демонстрацию экрана. Вот. И можем начинать. Сейчас одну секунду. Алла, да, запись будет по той же ссылке, что и сама трансляция сейчас происходит. То есть можно будет по этой же ссылке зайти и посмотреть запись. Она формируется в течение пары минут после окончания вебинара. Так, подскажите, видно ли экран? Выглядит так, как будто видно? Так. Все, замечательно. Просто я буду смотреть сейчас на экран. Так. Да, еще нет. Демонстрации экрана нет. Так, одну секунду. Да, что-то у нас чуть-чуть не запустилось. Так. Так. Теперь должно быть видно. Замечательно. Да. Добрый день. Спасибо еще раз всем, кто пришел. Давайте познакомимся. Я Александр. Я менеджер проектов компании Box Implant. Мы предоставляем телефонную коммуникационную платформу с поддержкой код и low-code и no-code решений. То есть мы позволяем фактически автоматизировать вашу телефонию. И сегодня мы будем разбирать один из популярных достаточно в последние годы кейсов, как по автоматизации телефонии, это phone masking или hub номер. Вы можете знать его под разными названиями, но по сути он представляет из себя одно и то же. То есть фактически что это такое? Маскировка телефонных номеров. Это может использоваться в разных видах бизнеса для разных целей. Но в первую очередь это управление коммуникацией между вашими клиентами и вашими сотрудниками, например. Это такая основная цель, которую преследует phone number masking. Это сохранение конфиденциальности в то же время и для ваших клиентов, и для ваших сотрудников. И, конечно, самое главное – это удобный для работы инструмент. То есть он не только покрывает риски для бизнеса, он еще и предоставляет бизнесу целый такой паттерн в удобстве работы. То есть он позволяет, например, быстро эти коммуникации отслеживать, контролировать. Вот. Если что, получать быстрый доступ к информации. А это как нельзя актуальнее. И это одна из основных ценностей автоматизации любого процесса. Давайте поговорим, да, чуть детальнее. Про защиту персональных данных я, конечно, сказал. Но здесь все очень просто. Вы можете представить себе кейс, когда надо связаться, например, курьеру и клиенту. И о том, что бывает, если не соблюдать защиту персональных данных, мы в последние годы с вами достаточно много слышим. То есть курьер потом может связаться с клиентом, который, может быть, не понравилось, как себя повел, узнать его номер телефона, написать ему в других мессенджерах и начать личное общение там, где оно совершенно неприемлемо, конечно. Клиенты боятся тех сервисов, где их данные могут куда-то утечь. Поэтому хаб-номер – это не только защита для бизнеса, это еще и настоящее счастье и облегчение в мире клиента. А контроль качества. Да, на самом деле инструменты автоматизации позволяют не только просто прокидывать звонок из точки А в точку Б через какой-то центральный номер. Нет, они еще позволяют следить за тем, что в этих разговорах говорят, не возникает ли каких-то конфликтных ситуаций и так далее. Например, разговоры можно транскрибировать и находить там стоп-слова. Если вдруг сотрудник или клиент начинают в процессе разговора ругаться, или вдруг говорят что-то очень подозрительное, чего быть не должно в таких обычных разговорах, вы можете сразу об этом узнать, подписавшись на события, то есть вот на такие звонки. Легкий анализ спорных ситуаций. Действительно, у вас, помимо соединения двух сторон, вы можете включать запись таких разговоров.
Как я и говорил, вы можете их транскрибировать и мониторить ситуацию, если вдруг что-то такое возникает. И самое главное, что это сохраняется исторически. То есть вы собираете эту статистику для дальнейшего использования в работе. Вы всегда потом можете вернуться там, если вдруг к вам обратился клиент и сказал, что он, я разговаривал, например, с вашим сотрудником тогда-то, тогда-то, возникла вот такая-то ситуация. Можно посмотреть, было ли это на самом деле, и в зависимости от этого уже обработать. Мы можем не верить человеку на слово, или мы можем не идти за вторым мнением. У нас есть сразу надежный инструмент, который собрал все данные и может нам их отобразить в том ключе, которым это нужно нам. Предотвращение мошенничества, конечно, здесь важный риск для бизнеса. Если защиту персональных данных можно почувствовать в моменте, то есть что это безопасно или что это небезопасно, наоборот, если она отсутствует, то мошенничество – это далеко идущая тенденция, то есть как может быть? Например, какой-нибудь курьер, достаточно умный, собирает информацию о клиентах, которым он звонит. И он знает, что он развозит от какой-нибудь пиццерии А там всем пиццу. Вот. У него есть, например, еще сервис по доставке воды. Например, у какого-то его друга или родственника. Он сливает базу контактов из реальных номеров клиентов своему другу и говорит, вот, пожалуйста, они заказывали у нас пиццу, можешь попробовать им допродать воды. На самом деле это такой самый безобидный вариант этого риска. Все может быть гораздо страшнее, потому что сейчас для бизнеса закрытая экосистема очень, конечно, важна. Вот. И мошенничество осуществимо очень легко, если в эту экосистему есть свободный доступ. То есть если я могу просто взять там, и позвонить клиенту из вашей базы, зная его реальный номер телефона, потом найти его где угодно, это сейчас не составляет больших проблем. Для бизнеса важно, конечно, чтобы коммуникации оставались у вас в руках, а не переходили в руки каких-то отдельных контрагентов и людей. Поэтому это такая ключевая долгоиграющая ценность. Вам важно сохранять свою базу, потому что это чаще всего основа для вашего бизнеса. Ну и, конечно, отслеживание и анализ данных. Это важно не только для того, чтобы, вот как мы посмотрели, разбирать спорные ситуации или что-то подобное. Это может быть и аналитика, которая позволяет вам улучшать качество обслуживания. Например, у вас есть скрипты для разговоров, то есть то, как должен там поговорить оператор с человеком, или как обрабатывать разные ситуации. Понятно, что люди эти скрипты смотрят, пытаются на них ориентировать, но работают они далеко не всегда. Это не значит, что люди плохие и не готовы выполнять такие рутинные обязанности. Это значит, что, может быть, скрипт всего не предусматривает. Вот. И на основании того, что люди говорят в этих разговорах, вы можете слушать, вы можете выводить это текстом, вы можете потом это легко анализировать и строить свои бизнес-процессы вокруг коммуникации, зная уже то, что именно люди говорят. Давайте пару слов о тех типах бизнеса, где этот кейс наиболее популярен. На самом деле сейчас маскировка номера используется вообще везде. Сам поделюсь, наверное, кейсом, который был у меня. Я пользуюсь услугами там, ЖКХ. Вот. Недавно они внедрили маскировку номера, потому что раньше надо было звонить там, в конкретное отделение, теперь я могу позвонить по общему номеру, и я могу скорее попасть на нужного мне специалиста. То есть внезапно, благодаря переходу на фонмаскинг, я теперь жду в очереди своего звонка не 10 минут, а 2 минуты до попадания на нужного человека. Потому что выяснилось, что ЖКХ работает по большой области, то есть управляющая компания, которая работает там с многими районами и так далее, и мне не обязательно звонить в свой район, чтобы найти нужного эксперта. Это на самом деле прям приятно повысило качество обслуживания. Но какие кейсы, часто как это используют? Сервисы объявлений – это простые вещи, вы можете знать такие бренды, там, как Авито и так далее. То есть те сайты, где люди просто размещают свои объявления. Во-первых, для продавцов и покупателей это сохранение приватности. Я могу нажать кнопку «Позвонить продавцу» и сделать, например, онлайн-звонок с сайта. Мой телефон вообще не используется, то есть я могу быть уверен, что человек не получит мой номер телефона. Вот. В то же время он получает звонок с какого-то нейтрального номера телефона, который принадлежит маркетплейсу. Вот. Мы замечательно общаемся, обсуждаем все детали, а сервис может получить, например, всю информацию о нашем звонке, если он так все настроил. Это очень важно и снимает страх покупателя, конечно, взаимодействовать
с каким-то человеком, с которым, скорее всего, пересечется один раз в жизни, чтобы просто приобрести товар или услугу. Временные предложения. Если компания делает временное предложение, оно может сделать какой-то общий номер, по которому будут идти звонки, и люди смогут попасть сразу на нужный департамент, воспользоваться им и так далее. Но благодаря автоматизации, по истечению актуальности предложения, звонки с этого номера можно начать переводить там на общие каналы компании или заранее уведомлять, что предложение более недействительно, чтобы снизить нагрузку на колл-центр и не заставлять это делать живых людей. Доставка товаров и заказ такси. Ну, это самые популярные обывательские кейсы, где это используется. То есть буквально те вещи, которыми, я думаю, мы не как бизнес, а как потребители пользуемся чуть ли не каждый день. Здесь осуществляются услуги связи между поставщиками услуг и клиентами в одной учетной записи компании. Что это значит? Для меня, как для управляющего, например, сервисом заказа такси, это возможность быстро открыть какой-то единый мониторинг, найти запись взаимодействия там, покупателя, ну, в данном случае клиента и таксиста, например, и посмотреть, о чем они общались и когда именно. При этом я могу, если я это синхронизирую со своими данными, посмотреть по номеру заказа, по номеру клиента, по номеру водителя. А они защищены друг от друга вот этой прослойкой. Они не знают номера друг друга. Вот. И если вдруг они захотят поругаться, они будут это вынуждены делать через наш сервис. Мы, конечно, надеемся, что этого не случится. Но если это и произойдет, у нас есть над этим контроль. Вот. Международные деловые коммуникации. Да, маскировка номера – это не только про анонимизацию, это еще и про область действия. Дело в том, что, например, у нас есть какая-то компания в России, которая работает по всему миру. Нам надо коммуницировать с людьми в США, в Великобритании и так далее. Но, естественно, международные звонки – это что-то, что скорее невыгодно ни нам, ни нашим клиентам. Например, мы продаем какие-то услуги, и нам надо звонить клиентам и сообщать им об этом. Удобно, если мы можем позвонить на номер Великобритании с номера Великобритании. Вот. Нам не нужен колл-центр Великобритании для этого. Мы можем просто приобрести великобританский номер и привязать его к нашему колл-центру. Сотруднику при этом можно, мы можем написать какую-то логику, когда сотрудник просто вводит номер, а автоматизация определяет номер, какой страны он ввел, и подставляет нужный номер для звонка. Таким образом, у одной компании, которая расположена локально, появляется глобальное присутствие. Коллекторские услуги. Действительно, коллекторские услуги – это такая серая зона часто. Это для клиентов не самый интересный кейс, потому что они чаще не хотят брать такие звонки, но для бизнеса он может быть важен, потому что есть законная коллекторская деятельность, от которой ее адресаты все равно пытаются уклоняться. Это совершенно то, как это существует в реальном мире. И поэтому использовать подмену телефонного номера для попытки связи с клиентом и его идентификации может быть тоже действительно важно. Но вот в таком случае без маскировки номера просто не обойтись. Давайте поговорим на реальном примере, как это может работать. Я взял пример, который мы реализовывали в Oximplant. Это пример фонмаскинга, который сделан для службы доставки. Здесь фонмаскинг немножко нестандартный. Как вы можете видеть, он трехсторонний. То есть здесь задействован сам человек, который обращается в контактный центр транспортной компании. Есть курьер, который может ввести его заказ, и оператор колл-центра. Что происходит внутри? Человек берет и набирает единый какой-то номер, попадает к нам на платформу. Он об этом не знает, он слышит просто приятный женский голос, который здоровается с ним в зависимости от того, есть у человека активный заказ или нет. Если есть, то голос предложит: хотите, я соединю вас с курьером или же с оператором колл-центра. Человек говорит, с кем он хочет поговорить сейчас, то есть по своей какой-то доставке или у него общий вопрос. И в зависимости от этого он получает быстрое обслуживание. При этом курьер получает тоже звонок с общего номера телефона, он не знает номер телефона клиента. Здесь сохранность данных, конечно, работает, как она и должна. А операторы колл-центра вообще не пользуются телефонами. Они пользуются онлайн колл-центром, который развернут прямо у них на компьютерах, принимает звонки по интернету. И важно, что это достаточно экономный способ, потому что звонки по интернету гораздо дешевле, чем звонки по обычной телефонии. Вот. Если же у человека нет активного заказа,
мы это определяем при помощи обращения в клиентскую базу данных, то мы сразу переводим его на оператора колл-центра. Но благодаря вот этой частичной автоматизации мы снижаем нагрузку на операторов. То есть операторам больше не приходится переводить звонки на курьеров. Чаще всего это может сделать виртуальный помощник, который помогает это быстро смаршрутизировать. Так получается, что клиент, курьер и оператор остаются анонимны, при этом клиент очень легко решает свои задачи. Ну и давайте разберемся. Мы подготовили для демонстрации конкретный кейс, как может работать служба доставки. Ну вот, допустим, у нас есть некая база данных, где мы храним информацию о наших доставках. У нас есть номер заказа, время, когда мы планируем произвести доставку, телефон курьера, телефон клиента и имя клиента. Все эти данные можно использовать в номере Full Number Masking или маскировки номеров телефона. Давайте посмотрим, что можно сделать. Мы, допустим, хотим, чтобы у нас анонимно связывались курьер и клиент, звоня на общий номер, при этом набирая просто единый какой-то номер телефона, дальше уже автоматизация определяет, кто нам сейчас звонит, здоровается с ним и переводит курьера на клиента, а клиента на курьера. Давайте в паре слов расскажу об этом на примере сценария в нашем визуальном редакторе Vox Implant Kit. Как это может быть сделано? Все просто. Мы начинаем обрабатывать любые входящие звонки на номер. Мы эти звонки сразу начинаем записывать. Сейчас я это делаю только для того, чтобы на следующих слайдах показать вам видео с тем, как это работает. И мы обращаемся в базу данных нашего клиента. Мы ищем среди курьеров, есть ли такой человек. Если есть, то мы говорим ему: там, добрый день, уважаемый курьер, сейчас я соединю вас с клиентом, его зовут так-то. Это очень удобно, потому что курьеру не надо держать эту информацию в голове до звонка, как-то посмотреть в приложении, как там зовут клиента, потом набрать телефонный номер и попытаться еще это не забыть. Вот. Нет, все гораздо проще, то есть курьер получает такую возможность в моменте. Ему сразу говорят: вашего клиента зовут так-то, оставайтесь на линии. Дальше он соединяется на клиента. Если они успешно общаются, то такой разговор идет, пока одна из сторон не повесит трубку и записывается, раз мы включили запись звонка в самом начале. А если клиент занят, то курьера об этом тоже оповестит робот. Если же курьера не нашли, ищем такого человека среди наших клиентов. Если находим, то говорим ему какой-то общий текст. Там: здравствуйте, сейчас соединим вас с курьером. Переадресовываем на колл-центр. Это я немножечко не то. Если мы нашли клиента, мы, наоборот, здороваемся, говорим: здравствуй, клиент, мы переводим тебя на курьера, переадресовываем, и если курьер занят, конечно, об этом сообщаем. А если же ни курьера, ни клиента мы не нашли, здесь мы сделали самый простой вариант. Допустим, у нас есть еще какой-то колл-центр, который обрабатывает такие заявки. Вот, то есть если мы автоматически не нашли, то может помочь сотрудник колл-центра. Мы говорим общий текст, там, серии: добрый день, сейчас я соединю вас с нашим колл-центром. И звонок переводится. То есть, если в колл-центре хоть кто-то ответит, то звонок успешен и записывается. Если нет, то мы сообщаем о том, что все специалисты заняты. Пожалуйста, перезвоните позднее. Вот. Самое главное, что произойдет. Если вдруг клиент или курьер окажутся заняты, у курьера или клиента останутся пропущенные звонки с этого номера. Когда они перезвонят, они тоже попадут в этот сценарий и поговорят с другой стороной. Если сейчас есть какие-то вопросы, я предлагаю их промежуточно задать. Если нет, я хотел бы перейти к короткой демонстрации, как работают такие звонки. Если вопросов нет, то давайте пока перейдем дальше. Алла, вижу, что есть вопрос. Кажется, да. Но это вопросы по тому, что я сказал, или такие контекстные дальше они? Ага, давайте я, наверное, предварительно как-то отвечу.
Алла, или вы можете в свободном пока темпе писать. Я, наверное, могу запустить демонстрацию, пока покажу. Присылайте вопросы в чат, и мы тогда после демонстрации, сейчас она буквально займет пару минут, мы ответим. Голосом я боюсь, что не получится. Просто у нас тут единственный выступающий. Вот, у нас так смодерирована встреча. Но вы можете написать здесь. Давайте я пока запущу и покажу, как работают звонки по этому сценарию. Да, пишите, и мы тогда разберем ваши вопросы. Смотрите, первый кейс – это звонок клиента. То есть сейчас нам позвонит клиент, мы поищем его сначала среди курьеров, не найдем, и сразу же поищем среди клиентов. Тогда найдем и прочитаем нужную информацию. Добрый день, уважаемый Вадим. Пожалуйста, оставайтесь на линии, и я соединю вас с курьером. Алло. Алло, здравствуйте. Я ожидаю доставку по адресу улицы Ленина, дом 1, в 13:00. Знаете, мне неудобно в это время, а можем мы перенести доставку на час позже, в 14 часов? Вы знаете, да, но я тогда поеду еще пару заказов отвезу. Давайте в 14:30. Нормально будет? Да, хорошо, мне подойдет. Спасибо. Ага, все, я вам позвоню, как буду подъезжать. Ну, все так. Да, всего доброго, до свидания. До свидания. То, что вы сейчас слышали, это полноценная запись разговора, которая случилась благодаря блоку «Запись звонка» в самом начале. И мы поняли, use case, в принципе, такой, который может произойти каждому из нас в качестве потребителя. Нам понадобилось связаться с курьером и перенести доставку. Мы это сделали, мы позвонили на общий номер. Курьер тоже получил звонок с общего номера. Но что, если ему приходится нам перезвонить? То есть в какой-то ситуации курьеру пришлось перезвонить, он перезванивает на этот же номер, и теперь наш звонок начнется с того, что мы сразу идентифицируем его как курьера, напомним, как зовут клиента, и дадим поговорить. Допустим, курьер приехал действительно позже, как они и договорились с клиентом, но забыл какую-то информацию, которой не хватает доставки. Посмотрим, что происходит. Добрый день, уважаемый курьер. Оставайтесь на линии, чтобы я соединила вас с клиентом. Его зовут Вадим. Алло, добрый день. Алло, Вадим, здравствуйте. Это ваш курьер. Я уже подошел к дому. А не подскажете, какой у вас подъезд? В доставке не указано. Да, здравствуйте. Подъезд 3-й и этаж 4-й. Поднимайтесь, я вас жду. Ага, отлично, спасибо. Буду через пару минут. Угу, спасибо. То есть здесь кейс phone number masking очень просто сделан, конечно, но он отрабатывает основную потребность. Связь между курьером и клиентом анонимна, вот, а бизнес потом может получить всю информацию об этих звонках и в том числе прослушать записи. Так. Но, конечно, эта схема может разрастаться, она может становиться лучше. Желтым я внес те изменения, которые можно сделать для того, чтобы кейс был чуть более реальный и чуть более применимый. Можно посмотреть, например, на то, что запись звонка можно делать не в самом начале. Сейчас я ее делал просто, чтобы продемонстрировать вам, как работает такой сценарий. Мы можем ее переместить только на случай успешного соединения курьера с клиентом и клиента с курьером, чтобы не слушать, как разговаривает человек с роботом, а сразу послушать, как разговаривают два человека по факту успешного соединения. Мы также видели в базе данных номера заказов. Может случиться такое, что клиент, например, позвонит нам с чужого номера телефона, ну или даже со своего, если у него несколько, и он не указывал один из номеров в доставке. Это вполне может произойти, и в таком случае мы можем, например, попросить его ввести номер телефона голосом или с клавиатуры. Мы поищем его заказ, и найдя, мы поймем, кто это, курьер или клиент. Особенно удобно, если уникальные номера заказов знает только клиент или только курьер, или если для них они просто отличаются. Но на самом деле вот этот механизм, когда два человека звонят на один номер, он далеко не единственный. Я собрал такую подборку популярных механизмов, которые используются в phone number masking. Вот, и хочу пару слов рассказать, наверное, о каждом из них.
Первый вариант. Два номера для сотрудника и для клиента. Это самый частый use case. Дело в том, что не всегда можно идентифицировать сотрудника компании и его клиента. Только по одной простой причине, что номера телефонов могут не совпадать, или любая связь с базой данных может работать не очень стабильно. Вот. Дальше. Основная идея в том, что если нам, например, позвонили на какой-то номер, там, условно, мобильный, это позвонил точно клиент. Если позвонили на городской, это точно сотрудник. Одни номера используются одной группой людей, другие другой, и мы можем продумать для них различные сценарии. Алла задает в чате вопрос, как раз можно ли организовать сценарий, когда клиент связывается с оператором, и оператор уже по нажатию кнопки перенаправляет звонок либо на курьера, либо на сборщика. Да, это действительно, конечно, возможно. Вот, ну, при должной автоматизации телефонии эти данные могут передаваться внутри звонка. Лучше всего в данном случае использовать электронного оператора, потому что в таком случае написать линейную логику по переключению легче всего. Вот, когда это делает человек, там могут быть допущены и ошибки, может быть нажата какая-то неожиданная кнопка. Телефония может быть к такому не готова. Если это автоматизируется, то вот этот автоматический оператор скорее справится с этой задачей. Все очень просто. Можно сразу сказать человеку даже, нажмите 1, чтобы поговорить с курьером, нажмите 2, чтобы поговорить со сборщиком. Вот. И дальше может быть один из тех сценариев, что мы сейчас с вами видели на экране. То есть мы начинаем действительно дозвон второй стороне, а дальше уже обрабатываем то, ответила вторая сторона на звонок или нет. Еще важный такой use case, это популярно среди логистики, это идентификатор в добавочном. То есть, когда мы звоним на номер телефона, мы можем посмотреть, позвонить не просто на номер, а и ввести еще несколько цифр в конце него после запятой. То есть, я могу позвонить на номер там 8 800 122 33 и ввести через запятую, например, какой-то добавочный 563. Этот добавочный может совпадать с каким-то идентификатором заказа в вашей базе. Например, если вы делаете мобильное приложение для клиентов, то в качестве идентификатора после запятой в конце номера можно указать их номер заказа. Этот номер заказа находит курьера по единому номеру и связывает его с клиентом. Меньше обращений в вашу базу данных и выше стабильность решения. Карусель номеров тоже популярное решение. Это скорее как раз для того, чтобы люди, находящиеся в одном месте, имели широкую зону присутствия. Как это работает? Например, можно на уровне автоматизации настроить правила. Хотим, чтобы в Великобританию звонки шли с префикса плюс 44, а в РФ с префикса плюс 7. Приобрести соответствующие номера, закрепить их, и сотрудник вводит только тот номер телефона, на который звонит, а дальше уже выбирает, с какого позвонить. Система выбирает за него. Можно дать этот выбор вручную человеку, то есть дать ему просто список номеров, с которых он может звонить. Он кликает на тот номер, с которого делает звонок, вводит вручную или нажимает CRM номер, на который хочет позвонить, и звонок запускается. Так. Алла пишет, с какой телефонии интегрировано ваше решение? Алла, отвечу так, что мы, во-первых, сами являемся провайдером телефонии, то есть у нас есть буквально свои номерные емкости, у нас есть свои точки присутствия. Вот, это можно все делать через нас. Если вы хотите интегрироваться со сторонней телефонией, то это возможно через протокол SIP. То есть мы можем переводить звонки на вашу телефонию, принимать вашу телефонию, зарегистрироваться с другом. Все возможно. То есть здесь, конечно, надо смотреть индивидуально. Если вы хотите встраивать нас в текущую телефонию, это, конечно, возможно. Вот. Но также можно полностью использовать нашу телефонию. Здесь все зависит от ваших потребностей. И давайте я закончу про популярные механизмы в таком случае. Это промежуточное хранилище номеров. Очень удобная тоже система, которую можно использовать для создания таких временных связей. Не всегда база данных, которая есть у вас, которая использует ваш бизнес, подстроена, конечно, для автоматизации. То есть, может быть, это просто информационный, скорее, ресурс, в который мы не хотели бы постоянно обращаться. И, например, номера заказов знают только курьеры. В мире клиентов их не существует, и запоминать какие-то номера заказов, возможно, клиентам бы и не хотелось. В таком случае можно делать как? Как только курьер звонит клиенту по какому-либо заказу, вводя его номер, с номером клиента создается временная связка вот этого курьера и вот этого клиента. То есть есть некая промежуточная база, которая друг о друге заставляет эти номера знать.
И в следующий раз, если вдруг клиент пропустит звонок и перезвонит нам, система будет знать об этом и соединит его с нужным курьером. Причем эти связки можно действительно, как я и говорю, хранить временно. Например, пока существует ваш заказ. В мире доставки товаров из города в город это может быть несколько дней или недель. А в мире доставки еды, например, от получаса до двух часов. Так, еще просят вопрос про запись разговора. Так. Давайте отвечу. Были ли от курьеров вопросы, связанные с записью разговоров? Насколько я понимаю, телефоны у них личные. Вы знаете, в тех кейсах, которые непосредственно вел я, таких вопросов не возникало. Важно, что в момент того, как человек поднимает трубку, и ему поступает, например, от нас звонок, или в момент, когда человек совершает звонок нам, это тоже можно автоматизировать. Для нас это тоже событие. Тому, кто звонит, можем сказать, что сейчас мы переведем вас на курьера, разговор может быть записан, а курьеру при поднятии трубки сказать: «Добрый день, вам звонит клиент», например, называем имя клиента, обратите внимание, разговор записывается. Вот. То, что телефон личный или нет, это принципиального значения не имеет. Для нас это только конечная точка разговора. Между этими точками находимся мы, как платформа, ну или любое решение, через которое вы автоматизируете ваши коммуникации. Вот. И управление звонками может осуществляться вот здесь, посередине, а не на конечных точках. И, конечно, хочется обратить внимание на те моменты, которые бизнесу стоит учитывать для маскировки номеров в 2021 году. То есть вот такие последние актуальные требования к этим кейсам. Во-первых, есть часть, которая связана непосредственно с телефонией. Ваш оператор связи обязательно должен покрывать ту же географию, что и ваши звонки потенциально. То есть это совершенно естественное требование, но его не стоит упускать из виду, потому что есть вероятность, что вы, там, например, закупаете номерные емкости в Саратовской области и начинаете, например, звонить в Волгоград. Во-первых, это междугородние звонки. И они могут не только тарифицироваться дополнительно у вашего оператора, но важно, что это может быть неудобно для клиента. То есть клиент, когда мне, например, звонят из другого города, я менее склонен поднять этот звонок, чем, соответственно, если мне звонят из моего города. Нужен также обязательно резервный оператор связи, который будет обрабатывать звонки в случае, если у первого оператора что-то пойдет не так. Мало ли вдруг что произойдет. Действительно, телефония – это такая сфера, где страховка – это просто рациональная необходимость. И стоит учитывать, что что-то может случиться с номерными емкостями, что-то может случиться с разрывом связи, потому что большинство телефоний сейчас, конечно, используют развитые технологии, такого аппаратного уровня, то есть современные системы, которые работают друг с другом, соединяют коммуникации и так далее. Но есть важный момент в том, что, конечно, все равно всегда все может пойти не так, надо держать это в голове и иметь резервный оператор связи на такие случаи. И очень важный момент, это очень важный вообще тренд во всей телефонии и в автоматизации телефонии сейчас, когда вам звонят на любой из ваших номеров, обязательно должен быть выход на живого человека. Неважно, соединяете вы клиента с курьером или, может быть, переводите звонок на колл-центр, очень важно получить выход на живого человека. Дело в том, что операторы связи, например, владельцы номеров телефонов ваших клиентов, очень ревностно следят за тем, откуда поступают звонки. И если вдруг они понимают, что на звонки по определенному номеру телефона отвечает робот, то они могут внести такой номер телефона в черный список. В таком случае пользователи могут и вовсе не получать звонки из этих номеров, с этих номеров телефонов. То есть вы пытаетесь дозвониться вашему клиенту, но из-за блокировки на уровне оператора он даже не получит ваш звонок. И то же самое, это система, которая сейчас процветает, это АОНы, автоматические определители номеров, которые предоставляют Яндекс, Касперский и так далее. Там пользователи сами решают, какой рейтинг оставить номеру. И если пользователь перезванивает и слышит не живого человека, а робота, или слышит недостаточную информацию о том, кто это вообще ему звонил, он скорее поставит негативный отзыв такому номеру. Следующий пункт – это что надо учесть с точки зрения автоматизации. Сейчас бизнесу критично важно работать сразу с несколькими каналами коммуникации. Мы говорили про телефонию, но если я захочу написать на этот номер SMS, кто его получит?
А если я захочу написать по этому номеру в WhatsApp или в Telegram, чтобы мою заявку обработали в чате, потому что голосом мне может быть неудобно. Я могу быть в дороге или за рулем. Что делать в таком случае? Эти ситуации тоже стоит продумывать на уровне автоматизации, чтобы иметь максимально широкий канал связи с клиентом. Ну и, конечно, чтобы иметь контроль над коммуникацией. Иначе возможны те риски, что я описывал в самом начале. Множество вариантов совершения вызова. Телефония в нашем мире – это не только звонок с одного телефона на другой. Как я и приводил в примере про распределенный колл-центр, это могут быть звонки по интернету. В таком случае надо это учитывать. И, например, я могу зайти на сайт компании и увидеть их номер телефона, а также увидеть кнопку онлайн-звонка. Онлайн-звонок может быть мне гораздо удобней. Не придется лезть за телефоном, я могу использовать обычную гарнитуру и с помощью компьютера связаться с тем, с кем необходимо. Наконец, последний пункт – это сохранение всей истории. Ну, здесь просто важно заранее продумать, о чем общаются те стороны, для которых вы маскируете номера, и что необходимо фиксировать на уровне автоматизации. То есть, какие слова мы хотим слушать в разговоре, ведем ли мы запись разговора и с какого момента. Буквально то, что только что было в нашем сценарии. Эти моменты лучше постараться учесть сразу, но их, конечно, всегда можно доработать в процессе. И вот здесь, наконец, время для ваших вопросов. Сейчас, Алла, я вернусь к вам и отвечу на ваши вопросы. Если у кого-то в чате есть вопросы, тоже не стесняйтесь написать. Отвечая на вопрос из чата. Алла, про звонок. Этот звонок, соответственно, тарифицируется как звонок на нашу общую линию. Правильно? Тарификация любого звонка зависит от использованных в нем компонентов. Вы можете написать нам, на экране сейчас вы видите мою почту, hstn@voximplant.com. Я продублирую сейчас эту почту здесь. Мы поможем вам, мы можем помочь вам и всем, кто обращается к нам, провести первичную коммуникацию, какую-то первичную оценку, понимание, построить, помочь с таким первичным аудитом того, как должен работать ваш кейс. Вот. Так, я отправил в чате, посмотрите, пожалуйста. Вот. Можно использовать эту электронную почту для связи. Можете написать мне, и мы с коллегами поможем провести такой первичный аудит, провалидировать и так далее. Ну, вот. Важно, конечно, понимать, что каждый кейс индивидуален, и что я показал много разных инструментов, разных решений сегодня. Но хочу это закончить такой как бы ключевой мыслью, что phone number masking – это процесс критично важный для бизнеса, но подход к нему стоит выбирать в зависимости от ваших потребностей. То есть, например, какая-нибудь карусель номеров подойдет контакт-центру, который звонит своим клиентам и получает звонки от них обратно. А промежуточный номер или несколько номеров для кейсов связи курьера с клиентами. Вы можете описать кратко ваш бизнес, задачу, которую хотите решить при помощи этого инструмента, и мы посмотрим, как это можно решить при помощи нашей платформы. Если вопросов нет, я предлагаю, мы сейчас можем посидеть до 16:15 по московскому времени. Вот, если вопросы будут, я с радостью поотвечаю, можем чуть-чуть что там продлить. Если нет, то будем завершать вебинар. Напомню, что запись доступна по той же ссылке, по которой вы сейчас его смотрите. То есть можно будет пересмотреть в том же качестве, в котором вы сейчас видели. Марина, спасибо вам за отзыв. Мы рады, что все понятно и структурировано. Вот. И, конечно, будем рады вашим запросам подсказать, показать. У нас есть экспертиза. Мы решали многие кейсы при помощи phone number masking. Вот. И на самом деле часто я еще поделюсь таким маленьким инсайтом. Чаще всего, если уже реализован phone number masking, то любые процессы по автоматизации на основе этого решения строить проще. Ну, например, у нас всегда общался курьер с клиентом, но тут мы поняли, что курьеры атакованы звонками. И чаще всего клиенту, может быть, и не нужно разговаривать с курьером, а охота поговорить со специалистом колл-центра. Тогда мы берем и встраиваем голосовое меню в процессе. То есть человек при звонке на номер получает выбор, с кем пообщаться. Примерно тот кейс, который описывала в чате Алла. То есть человек при звонке на номер имеет выбор, с кем мне сейчас нужно поговорить.
Вот. Он делает этот выбор голосом, кнопками или этими средствами единовременно, то есть кому как удобнее, и попадает на нужного человека. Так, коллеги, сейчас посмотрю, тогда не было ли больше новостей в чате. Выглядит так, что как будто нет. Если у вас есть вопросы в целом по платформе, может быть, по каким-то моментам, именно потому, как мы реализуем какие-то решения, то тоже не стесняйтесь задавать. Но кажется, что мы можем завершать. Планировали на полчаса, вышло чуть попозже. Ну, мы и начали на пару минут позже, поэтому я думаю, что все в порядке. В таком случае, коллеги, я благодарю всех, кто пришел, всех посетителей сегодняшнего вебинара. И желаю вам хорошего дня, конечно. Вот. Моя почта, еще раз, остается для связи. То есть, если необходимо, направляйте ваши вопросы, мы обязательно поможем вам, квалифицируем, и поможем продумать какое-то первичное решение. А потом, при необходимости, можем его и совместными усилиями реализовать. Да, вижу благодарности в чате. Коллеги, ну в таком случае, я думаю, что будем завершать. Вижу, что больше никто не печатает. Хорошего вам дня и остаюсь с вами на связи. До свидания.